Друзья, всем большущий привет! Сегодня буду делать реально годную вещь для мастерской или гаража из старого велосипедного колеса. А точнее, нам понадобится только втулка от него. Поддержите видео лайком, всем приятного просмотра!
Как вы уже поняли, у нас получился отличный отрезной станок. Благодаря использованию втулки у этого станка практически полностью исключен люфт. Болтовое крепление втулки в пазы дает нам регулировку диска. Для работы с профильной трубой данного станка более чем достаточно. Именно для такой работы он и делался. Для более серьезных работ можно сделать подобное для 230-й болгарки. Ребята, подскажите в комментариях, можно ли на нем использовать 150-й отрезной диск, предварительно заменив кожух. А также напишите, что вы думаете по этому поводу. Для меня очень важна обратная связь. Поддержите видео лайком, подпишитесь на канал. Всем здоровья и удачи. Пока-пока.